Сити, то есть они там остались, я бы дождался, я сказал, Лефортово. Дождался! Лефортово будешь сидеть у меня, там же не пахло. Погрузка! Там же можно. Где будет снятый? Документ. Нормально. Я говорю, что нет, так не могу выступать. Понятно. Ну, говори. Я не телефонно. Тебя. Валентина Александровна. Валентина Александровна. Я приехал. Специально спусти, Валя, приехал. Я твой фанат. Поздравить тебя. Твой фанат. Прямиком я, но сын, можно сказать. Я тоже собака. Твой фанат. Мы с тобой одногодки. Да. Да, я в него. Сказал мне на Нижнекамском. Юбилер, что у нас? Ну, давай. Иди, Александр, подойди сюда, пожалуйста. Ну, иди ко мне, моя хорошая. Ты не думаешь, что я такой свой, но по телевизору все лгут, и провокация там абсолютная. Провокация тогда, что говорю. Подойди сюда. Александр, слушай, ну, Владимир Вольфович, ты что не узнаешь, что ли, не идем, но в России уже не узнаю, но куда мне деваться? Из дома до Дуняни. Что тебе надо? Валентина Александровна, так что? Да дай тебе, Александр. Поздравить я хочу. Поздравить. Не это не надо. Все скоро здесь конечно, проволока я держу, будешь жить прекрасно, я сказал. Прекрасно будет. Все держу, здесь конечно, проволока. Слушай, ты иди отсюда нахер. Все, поставлю. Это люди, человек. Пермский край будет жить нормально, я говорю. Ну, ладно, ты можешь и не так, я сейчас стою, я поцелую, давай. Ой! Не найдешь. Я, к примеру, Верка ваша, так красиво и изящно. Потому что каждый день мне сало есть, совсем не лень. Подари тебе кусочек, угости родню, дружочек. Рубляться и у них. Пока все заполняешь кабака. Thank you.
Россия.